Уже 57 лет 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. В преддверии этого праздника Павлодарский областной филиал отраслевого профсоюза работников системы здравоохранения «СЕНАМ» провел конкурс «Медицина УЗДГ». В медицинском высшем колледже состоялось торжественное награждение медсестер почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения Акима области, регионального филиала отраслевого профсоюза СЕНМ. Также вручались награды и медали Минздрава. Имбек Ардагере, Казахстан Республикасанын, Денсаулык Сактау ісіне қосқан үлесі үшін. 12 лет благородной профессии старший фельдшер отделения медавиации Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи Алия Махамбетова. Она признана лучшей в номинации «Лучший фельдшер». Очень приятно, что медицинским работникам, среднему медперсоналу делают такой вот такой праздник. Очень приятно. Хочу поздравить всех медицинских сестер с их профессиональным праздником. Очень волнительно. Поздравляем медсестер с их праздником. Руководитель управления здравоохранения признался, что дефицит средних медработников есть, особенно в сельской местности. Но вопрос решается. В этом направлении мы ведется работа. С прошлого года мы увеличили гранты до 100 новых мест. Именно по средним медицинским сестерствам, это и в Павлодаре, и в городе Кибастузи. В этом году мы просим еще дополнительное финансирование, дополнительно еще 75 медицинских сестер. Учебный год 2022-2023 года планируется в среднем поступление более 300 медицинских сестер. Плюс к тому, что мы еще просим порядка 75 для открытия группы именно по фельдшерам, медсестрам и акушеркам. При тысяче на сегодняшний день более 6 тысяч медсестер. Все они находятся на ответственных участках в системе здравоохранения. Даже в этот праздничный день. Мурат Ибилмажит, Досымбек Токай, Иртыс Акпарат.